Ключи от 90 новеньких автомобилей получили сегодня сотрудники полиции Югры. Машины отечественных марок разъедутся по всем муниципалитетам округа. Их получат сразу несколько подразделений. Оперативная, разыскная, патрульно-постовая службы, участковые, уполномоченные, госавтоинспекция. Транспорт оснащен видеорегистраторами, радиостанциями, сигнальными громкоговорителями и укомплектованы специальными медицинскими наборами для оказания первой помощи. В округ машины поступили к 45-летию управления МВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу. Для нас это очень важно и знаково. Плюс хорошо то, что большинство автомобилей сегодня это вездеходы, то есть те УАЗы, которые требуются для, по особенности, несения службы на территории нашего округа. Уверен, что техника поможет нам двигаться дальше, выполнять те задачи, которые стоят перед органами внутренних дел. Добавлю, системное перевооружение полиции сейчас идет по всей стране, а эта партия машин для Югры не последняя. В этом году ожидается еще 140 единиц транспорта. Сейчас автопарк регионального управления МВД России насчитывает порядка 2000 машин.